По всем строгим критериям положения о конкурсе «Лучший в коллективе среди педагогов-музыкантов» была признана преподаватель высшей квалификационной категории по классу фортепиано, классу вокал Ирина Петровна Прудникова. Она работает в музыкальной школе уже более 16 лет и считает, что это ее призвание. Преподаватель, я так думаю, это даже не профессия, это больше призвание. С самого детства я всегда, даже в играх со своими друзьями, всегда была учителем, всегда хотела помогать, чему-то обучать, находить общий язык с людьми. Вот. Поэтому я думаю, что школа дала мне очень много. Самое главное, я думаю, достижение каких-то целей, самое главное – это трудолюбие. Не один год деятельности этого учителя отмечен в коллективе высокой продуктивностью в педагогической и концертно-исполнительской работе. Она прививает у подрастающего поколения десногорцев любовь к музыке и прекрасному. Преподаватель, который нас с самых маленьких лет учил пению, вокалу. Мы везде выступаем с ней. Она очень хороший человек. И педагог она отличный. Она очень разносторонний человек. Она может быть строгой, потом засмеяться и быть доброй. Мы ее очень сильно любим и рады, что она у нас есть. Мы уже многое с ней прошли на нашем ансамбле. Мы много ездили на конкурсы, занимали места. Это очень подбадривает и заставляет стремиться все к большим успехам. Преподавательская деятельность этого педагога направлена на достижение высоких результатов, и благодаря этому ее дети – лауреаты городских, областных и международных конкурсов. Мои ученики – лауреаты международных конкурсов, мы никогда не остаемся без мест. Вот, девчонки молодцы, поэтому все они у меня теперь уже практически студенты. Надо отметить, что Ирина Петровна – мама троих детей, старшая дочь – уже студентка музыкального училища. Сын Андрей тоже, как и мама, поет. А самый младший сынишка еще только начинает петь в детском саду. Да и в карьере Ирина Петровна преуспевает. В этом году она стала руководителем Десногорской музыкальной школы имени Михаила Ивановича Глинки.